Вот-вот наступит долгожданный праздник, остается буквально несколько дней. Сейчас самое время подвести итоги и задуматься над тем, что подарил нам уходящий год. Наверное, главным изменением для наших телезрителей стал неожиданный уход Дарьи Федерягиной. Даша сменила род деятельности и отправилась покорять новые вершины. Бразды правления в свои руки взяла я, Елена Швецова. В этом выпуске мы представляем вам новую ведущую программу «Удача на даче» Елену Швецову. Она-то и расскажет нам, что приготовил для дачников лунный календарь. За этот год мы рассказали вам о многих аспектах загородной жизни. Вместе мы научились ухаживать за приусадебным участком в разные сезоны года. Для того, чтобы это выходило на высшем уровне, мы ввели рубрику «Лунный календарь». Вы узнали, как сохранить свое здоровье, защитить и обустроить загородный дом. Также мы постарались собрать для вас самые полезные, самые нужные советы, касающиеся садово-огородных работ. А чего только стоит огромное количество кулинарных сюжетов. Наверняка в вашей записной книжке уже хранится парочка самых любимых из них. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством и желаем только самых солнечных дней, самого вкусного урожая, а главное, побольше уютных вечеров за просмотром программы «Удачи на даче». С наступающими праздниками! Пусть ваш путь будет всегда свободен от сорняков, а жизнь будет сладкой, как малина.